Ну что, давайте ложиться спать. Сейчас на ночь запустим пассивный заработок сразу на трех приложениях. Так, запускаем заработок здесь. Еще запускаем его тут. И третий заработок тоже запускаем. Завтра утром посмотрим, что заработали. Так, ну что, доброе утро. Давайте смотреть, что у нас там получилось. Итак, заходим на Киви. Смотрите. С первого приложения мне пришло 60 рублей, со второго получается 50, и с третьего 75 рублей. Итого примерно 185 рублей, пока я спал. Кстати, обо всех этих и не только этих приложениях я вам прямо сейчас расскажу. Первый способ основывается на приложении CoinLoot. Это приложение включает в себя сразу несколько способов заработка. Первый, самый простой и, можно сказать, бесконечный, это заработок на просмотре рекламы. Вот, соответственно, запускаем рекламку, смотрим ее. Реклама просмотрена, мы ее, соответственно, закрываем, и за каждый такой просмотр нам платят по 2 коина. Сколько это в рублях и как это вывести на Киви, я расскажу чуть позже. Итак, смотреть рекламу можно как вручную, так можно установить автокликер, это будет полностью пассивный заработок. Второй способ заработка – это выполнение заданий по установке приложений. Для этого тут есть целых, как видите, 4 раздела. В первом и во втором разделе задания на английском, а вот как раз таки в третьем и в четвертом задания полностью на русском языке. Вот смотрите, выбираем, допустим, четвертый раздел, и здесь содержатся сотни различных заданий. Вот, например, нужно установить эту игру и открыть там каких-то 30 коробок в течение 2 дней. За это дадут 210 коинов. Или вот, допустим, нужно скачать эту игру и здесь победить босса в третьем уровне. И, соответственно, вам за это дадут 350 коинов. И таких заданий тут очень и очень много. И еще один способ заработка – это прохождение опросов. Опросы здесь тоже полностью на русском языке, и за прохождение каждого вам платят от 50 до 300 коинов в зависимости от длительности опроса. Ну а теперь самое главное, сколько же стоят эти коины? Смотрите, 1000 таких заработанных коинов – это ровно 1 доллар, то есть приблизительно 75 рублей. Получается, если выполнять хотя бы 2 простых задания в день и смотреть всего несколько рекламок, то здесь вы сможете в легкую зарабатывать по 150-250 рублей. Также, друзья, вы сможете ввести мой специальный бонусный код во вкладке вот «Бонус-код» и получить реально денежный приз на свой баланс, который в дальнейшем можно вывести. Собственно, этот код будет под видео. Вывести заработанные деньги здесь можно только на биткоин-кошелек от 5 долларов. То есть это приблизительно 5000 коинов. Вот тут в разделе «Адрес» вам необходимо, собственно, и указать ваш биткоин-кошелек и нажать «Сохранить». Но где взять этот биткоин-кошелек? Для этого я вам советую скачать простое приложение под названием «Trust кошелек», и тут вам сразу же выдается ваш, соответственно, биткоин-адрес. Вы его просто берете, копируете и вставляете в приложение. Когда деньги приходят на биткоин, то их можно обменять на Киви, на банковскую карту, на Payr или Яндекс-кошелек. Для этого заходим на сайт BestChange, во вкладке «Отдадите» мы выбираем биткоин, а во вкладке «Получите» тот кошелек, куда хотите получить деньги. Например, это может быть Киви рубли. Выбираете здесь любой обменник, и вот здесь указываете сумму, которую необходимо перевести, и номер Киви кошелька. Затем просто во вкладке «Траст кошелька» нажимаете «Отправить», отправляете необходимую сумму туда, куда вам указали, и деньги приходят на Киви кошелек. Все очень просто. Дальше идет способ заработка на игре под названием CryptoBall. Это супер простая игра, где вам мечом надо разбивать вот такие вот крутящиеся кольца и не попадать на черные участки. Делается это как-то вот так. Все, мы уровень прошли, и за это нам дают 170 алмазов. Но дадут нам их только в том случае, если мы нажмем на кнопку Climb и просмотрим рекламу. Если мы нажмем Next, то рекламы не будет, алмазов нам не дадут, и мы просто перейдем на следующий уровень. Поэтому смотрим рекламу. Проходить такие уровни можно сотнями в день, сколько вы захотите. Но каждый уровень будет становиться все сложнее и сложнее, но зато и платить за их прохождение будет все больше и больше. Поэтому с каждым днем в этом приложении можно зарабатывать все больше и больше. Есть и второй способ заработка, это вот такой вот колесо удачи. Вы его можете крутануть, и вам может выпасть от 0 до 320 подобных алмазов. Но перед каждым просмотром необходимо смотреть рекламу. И как вы уже поняли, везде платят вот такие вот алмазы. 100 таких алмазов – это приблизительно 2 сатоши. Вот, тут видно, что у меня 100 алмазов и 2 сатоши на балансе. Сатоши, кто не знает, это часть биткоина. А 2 сатоши на сегодня – это 6 копеек. То есть мне заплатили всего за один раунд в игре 6 копеек. Получается, в самом начале за самые простые раунды вам платят по 6 копеек за прохождение каждого из них,
а затем вам платят все больше и больше, и оплата в дальнейшем может доходить до 2 рублей за один раунд. И тогда в день таким образом можно в легкую тут зарабатывать по 200, по 300 рублей, потому что, ну, пройти 100 уровней буквально за полчаса не составит труда. А особенно если курс биткоина будет расти, то вы будете зарабатывать еще больше. Вывод тут доступен на биткоин кошелек, но этот биткоин кошелек нужно создать именно на специальной бирже под названием Coinbase. Об этой бирже я вам уже рассказывал. Вы здесь просто регистрируетесь и вам выдают биткоин кошелек. Но в самом приложении CryptoBall нужно указать не ваш биткоин кошелек, а именно почту от аккаунта в Coinbase. И огромный плюс этого приложения, тут нет никакой минималки на вывод. То есть вот, я могу вывести 2, 1, 3 сатоши, да сколько захочу. Ну и деньги вам сразу приходят на Coinbase аккаунт в биткоинах, а уже с Coinbase вы можете вывести на любую банковскую карту. Дальше я вам хочу показать сразу 3 приложения для пассивного заработка от одного и того же разработчика. Они очень сильно между собой похожи, и давайте на примере первого покажу вам, что здесь и как надо делать. Называется она Bitcoin Mining. Это супер-супер прибыльное приложение для полностью пассивного заработка. Здесь вы раз в сутки можете запускать майнинг биткоина. Жмем вот, соответственно, запустить. Все, заработок пошел, и теперь вам на баланс капают сатоши биткоина. Этот заработок остановится через 24 часа, и затем вам нужно будет снова зайти в приложение и нажать на его запуск. Скорость этого майнинга можно увеличивать путем просмотра рекламы. Вот если посмотреть рекламу здесь, то скорость увеличится на 10%. Если посмотреть здесь, то еще плюс 20%. Давайте, собственно, это и сделаем. Вот, активируем этот бустер, нажимаем ОК и смотрим рекламу. Реклама просмотрена, мы ее закрываем, и скорость нашего заработка на 24 часа увеличена на 10%. Таким образом, запускаете майнинг, увеличиваете скорость на максимум, скрываете это приложение, ну то есть просто его закрываете, и все. Кладете телефон, идете заниматься своими делами. Телефон реально можно вообще не трогать, но самое главное, что при этом майнинге вообще ни капли не задействуется мощность вашего телефона. Используется только интернет, поэтому это никак не вредит вашему смартфону. Как я и сказал, приложение супер прибыльное. В день оно приносит от 20 до 50 рублей на полном пассиве, в зависимости от того, сколько вот этих ускорений вы активировали. Вывести заработанные деньги можно на любой биткоин кошелек, а затем уже обменять на киви. Как это сделать, я вам недавно показал. Но смотрите, минималка на выплату тут довольно-таки высокая. Если переводить в рубли, то это в районе 16 тысяч рублей. Но не стоит этого пугаться, потому что, как я и сказал ранее, я для вас подготовил еще 2 похожих приложения от этого же разработчика. Эти приложения точно такие же, только они майнят. Одно приложение Ethereum, а другие криптовалюту Dogecoin. И в каждом из этих приложений можно абсолютно так же запустить майнинг на 24 часа. За сутки каждое такое приложение приносит в районе 50 рублей. То есть если запустить сразу 3 этих приложения, то вам на полном пассиве будет приходить в районе 150 рублей в день. Вывести, соответственно, с этого приложения можно только на Ethereum, с этого только на Dogecoin кошелек. Ну и эти кошельки содержатся на том самом Trust кошельке, о котором я вам рассказывал, поэтому советую его настоятельно скачать. И с этого Ethereum или Dogecoin уже деньги можно обменять также на Kiwi, Payeer, карту или Яндекс. Для этого снова пользуемся BestChange'ем, только здесь вместо биткоина выбираем Ethereum, если вы хотите обменять Ethereum, или Dogecoin. И тут выбираем уже там Kiwi, Payeer и что вам надо. Ну и напоследок самый прибыльный способ заработка, который я публиковал в своем телеграм-канале. Это заработок с помощью новых партнерских программ для вашего телефона, которые в первые дни приносят по 300, по 500 рублей в сутки. Подробные инструкции и все ссылки содержатся в этой статье, которая находится в моем телеграм-канале. Также в нем есть и много других способов заработка, которых я не показываю на YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ну а на этом все. Все ссылки, бонусные промокоды и прочее-прочее в закрепленном комментарии. Переходите, не пропускаем. Обязательно ставим лайк этому ролику, если он вам понравился. И не забудьте, друзья, обязательно подписаться на канал и кликнуть по колокольчику, ведь это важно для самих вас. Только так вы не пропустите следующие способы заработка, не менее топовые, не менее прибыльные. На этом все. С вами был Мастерингу. Всем удачи. Пока.